В нашем обществе существует предубеждение против профессионализма. Мы считаем, что быть чиновником на железнодорожной станции лучше, чем работать в продажах. Я думаю, что сейчас Индия в этом очень нуждается. Я слышал, что здесь присутствует главный секретарь Махараштры по повышению квалификации. Лично я считаю, что если вы уверены в себе, то мир изменится. Я бы хотел, чтобы вы это прокомментировали, потому что это очень важно для присутствующих здесь людей, которые много работают, получать уважение от общества и научиться уважать себя в будущем. Уважение мира к вам. Это свойство мира. Если он к вам расположен, вы получите уважение. Я знаю, что об этом много говорилось. Но, по-моему, уважать себя — это немного ненормально. Уважение возникает между двумя людьми. Хочу спросить у всех здесь присутствующих. Разве уважение возникает не между двумя людьми? Вы уважаете кого-то за то, кем он является. Я уважаю себя. Вы, должно быть, сошли с ума. В Америке это очень популярно. Все говорят, раньше люди говорили, я верю в Бога, теперь же я верю в себя. Раньше говорили кому-то, я люблю тебя, теперь я люблю себя. Для любви, веры, уважения нужны двое. Если внутри вас двое... Вы на верном пути к безумию. <laughs> Если вас двое, do, значит, вы шизофреник, не так ли? Об этом много говорилось религиозными деятелями, нью философами и многими другими. Я люблю себя, я уважаю себя, я верю в себя, я и мое эго, я и моя душа и все такое. Я спрашиваю вас, в вашем теле один или два человека. Пожалуйста, определитесь прямо сейчас, один или двое. Все эти разговоры о самоуважении должны прекратиться, потому что они приводят к различным ожиданиям. Я уважаю себя, я думаю, что я важная персона, и я ожидаю, что вы будете относиться ко мне также. Иначе я буду возмущаться, злиться и так далее. В самоуважении нет необходимости. Но если я уважаю кого-то, возможно, это даже не из-за того, кто он есть. Я уважаю его благодаря тому, кто я есть, не так ли? Если вы смотрите на кого-то с уважением снизу вверх, не обязательно это из-за того, что это такой замечательный человек. Просто вы учитесь, вы движетесь вверх в своей жизни, поэтому вы и смотрите вверх. Если вы смотрите на кого-то снизу вверх, это значит, что вы движетесь наверх. Если вы смотрите на кого-то сверху вниз, это значит, вы движетесь вниз. Не так ли? Уважение возникает между двумя людьми. Не знаю, зачем это нужно. Я уважаю себя, я верю в себя, я люблю себя. Все это звучит как слова безумца.